2 марта в Орле пройдет эстафета паралимпийского огня «Сочи-2014». С 5 часов вечера движение личного транспорта перекроют от площади Ленина до Герцена через улицу 60 лет Октября. Машины не будут ездить и на участке от пересечения улиц Московской и Старомосковской до пересечения улицы Карачевской с Первой Посадской, а также по Александровскому мосту. Общественный транспорт перестанут пускать с 6:30. В связи с эстафетой будут установлены временные дорожные знаки. Знак «Остановка запрещена» с табличками «Зона действия 1200 метров» и «Работает эвакуатор» поставят на пересечении улицы Горького с Пролетарской горой и улицы 60 лет Октября в районе домов 44 и 49, а также на перекрестке улицы Московской и Герцена. Аналогичный знак с табличками «Зона действия 1000 метров» и «Работает эвакуатор» будет установлен на перекрестке площади Мира и улицы Покровской в районе сквера Танкистов. Движение транспорта возобновится в 20 часов. Отдел ГИБДД и УГИБДД УВД Орловской области обращается к гражданам, юридическим и физическим лицам, которые имеют в собственности транспортные средства, чтобы они по вышеуказанным маршрутам не оставляли транспортные средства. Если транспортное средство будет оставлено, то оно будет эвакуировано при принудительном порядке.